Форматирование текста. Сегодня мы познакомимся с тем, как производить процедуру форматирования текста. Форматирование текста – это изменение формы представления текста. Различают форматирование символов, к форматированию символов относят изменение шрифта, изменение размера, цвета и начертания. По начертанию символы могут быть лужерными, курсивными и подчеркнутыми. Также начертание текста может комбинироваться. Например, полужирный курсив, подчеркнутый курсив и подчеркнутый полужирный курсив. Для форматирования символов выделите текстовый документ, а затем выберите требуемые параметры форматирования. Выбор может осуществляться с помощью команд вкладки «Главное» или контекстного меню.